Больше трети красноярских родителей довольны качеством образования. У 28% есть замечания к работе школы. Еще 4 имеют претензии к учителям. Таковы предварительные итоги масштабного опроса, который в течение года проводился в школах и детсадах краевого центра. Всего в анкетировании приняли участие 29 тысяч родителей. Многие из них высказались в пользу пятидневной учебной недели и попросили больше заниматься с детьми индивидуально, а также снизить объем домашних заданий. Замечания родителей касались изношенного состояния школьных помещений и мебели, а также недостаточного благоустройства территории. Кроме того, согласно опросу, многие из учеников хотели бы принимать более активное участие в общественной жизни школы. Мне кажется, что мы должны сами организовываться и пытаться самим что-то улучшить, самим подавать какие-то идеи, чтобы были... Это, во-первых, поможет нам потом в будущей жизни. Мы сами будем уже более образованными, более активными. Итоги проведенного анкетирования передадут в школы. Это не будет строгим руководством к действию. Директора сами будут принимать решение, как отреагировать на каждый из сигналов. Однако в некоторых школах Красноярска после высказанных замечаний уже начали закупать дополнительный спортивный инвентарь, открывать дополнительные кружки и секции. Мы должны ставить перед собой задачу для того, чтобы... Эта независимая система оценки качества становилась нормой взаимодействия и снимала многие вопросы, в том числе и конфликтные, которые порой возникают между всеми участниками образовательного процесса.